ДТП на пересечении Украинской и 40 лет Советской Украины. Сегодня утром здесь столкнулись сразу три автомобиля. Черик ЮКЮ, Таврия и Лада Приора. Больше других пострадала Приора. У нее полностью вмята дверь, а у водителя сработала подушка безопасности. Также серьезно поврежден моторный отсек Черри. На проезжую часть вытекает бензин. Окончательную картину происшествия выясняют правоохранители.